Расширение территориальных границ города и застройки Димитровграда депутатам ЗСУ подробно доложил глава администрации. У депутатов возникли вопросы. Хорошая презентация, но нет понимания, то есть за очередностью реализации этих проектов. В прошлом году мы сдали 76 тысяч квадратных метров, если касается показателей, то в 2015 году у нас 92 тысячи квадратных метров. И они расписаны, мы понимаем, какие-то объекты будут сданы в 2015 году. Юрий Чибисов озвучил реальные сроки сдачи строительных объектов, как долгосрочных, так и краткосрочных. Так, например, ФОК в западной части города обещает подготовить к эксплуатации к концу этого года. Застройка новых жилых районов заинтересовала депутатов ЗСО с точки зрения развития инфраструктуры. Строительство улично-дорожной сети и новых магистралей вызвало немалый интерес в вопросе финансирования. Юрий Чибисов заверил, что часть инфраструктурных сетей модернизируют инвесторы, а крупные строительные проекты поддерживают не только город, но и область. Татьяна Балунева, Константин Белов. Наше время.